Чё тут? Отлично все, да? Все хорошо, да. Ну что, ребят, всем привет. Сегодня у нас будут покатушки. К нам приехали в гости опять Владислав и Алексей, производители лодок ПНД и искитимских моторов. Произвели осмотр, ревизию. Лодка с мотором все-таки прошли очень много. Алексей, пару слов. Да что, приехали. Очень рады видеть снова Руслана. Тем более на сегодняшний день в вашем, скажем так, поселке лодка уже не одна. Соответственно, ребят, покажу. Дружим уже давным-давно. Куча лодок. И, соответственно, я думаю, эти поездки у нас уже входят в традицию. Тем самым, как получаем и выходные, ну и общение с нашими счастливыми обладателями. Новый обладатель лодки, да, такой же. Новый обладатель лодки. У меня лодки. Точно такая же, один в один, как у Руслана. Владислав, пару слов. Ну что, я очень рад, что наши лодки нравятся вам, что вы на них охотитесь, рыбачите. Все замечания принимаются, какие накапливаются, если... В частности, я перебру, извините, замечание было такое, что они сами предложили поставить весла, вот они поставили уключенные. У Никиты уже лодка пошла с уключенными, уже весла. А мне вот привезли новые весла, уключенные. Сейчас будет еще вдвойне приятней не только на моторе ходить, но и пользоваться веслами, так скажем. Ну да, удобство и комфорт – самая основная задача. И надежность. Что мы сейчас будем делать? Что у нас по плану? Выйдем, попробуем, покатаемся, посмотрим. Тем более у нас сейчас на тест-драйве есть еще один новый двигатель, Лончин. Лончин. 30 лошадиных сил. Лончин, это понятно, как бы серия моторов уже давно стоит. Ну, попробуем посмотреть, что он нам покажет. В этом сезоне, да? Да. Попробуем сейчас найти, где спустить вообще лодки на воду. У нас все везде разлилось, еще на машинах не подъехать. Но я думаю, мы места найдем, и, ребят, сейчас покатаемся, поснимаем, потому что много было вопросов по лодкам, много вопросов по моторам. Также я оставлю ссылки на канал Владислава и на канал Алексея. Вы именно там можете задавать им все вопросы, они вам постараются ответить. Также оставим телефоны, звоните. Это непосредственно директора, которые будут вам напрямую отвечать, не через рабочих, а вот благодаря там, что они приезжают нам в гости, мы близко познакомились, они напрямую вам будут отвечать на все вопросы и где-то что-то могут чем-то подсказать. Ладно, выезжаем потихоньку. Хорош? Сейчас покажу вам, как это делается. Сейчас он сзади зайдет, видите, он не стащит лодку, тут сейчас весло, сейчас просто за заднюю часть потянет, и она легко ногу стащит на прицеп, упираясь, во, и она сейчас сама скатит, еще чуть-чуть. Сейчас я делаю сам это, чтобы вам в дальнейшем показать, как это все происходит. Глубоковато, я заехал. Не можешь подойти глубоко. Все, задняя часть упала. Садится в машину и потихонечку начинает отъезжать вперед. И лодка всем самым опустится на воду. Главное потихоньку. И ехать ровно, чтобы прицеп не заломил вот эти вот. Сейчас она сама упадет. Смотрите. Все. И не надо тут рвать губ. Вот там ее куда-то. И сейчас на воде она прекрасно разберется, я разберу. И пойдем. Глубина 5 сантиметров. Грязь. И грязь еще не отошла. Сейчас третью лодку будем спускать. Не знаю, ребят, что получится наснимать, но ветрище ужасное. Сейчас найдем укромный уголок от ветра. Попробуем спрятаться день за камышок. И помели день походить. Лодка третья та же самая, что и у нас. Вот интересует другой мотор, другого производителя. А, все, машина-то от джипа не едет больше. Это не Нива. Нива едет, джип не едет. Вот так, Никита, купи джип. У нас только на Ниве по Сибири. У нас по Сибири, по болотам. Только на Ниве. О, второй мост заработал. Заработал второй мост. Пошла. Там, по-моему, 8-цилиндровый двигатель. Моща. Вроде выехал.
Пошел. Ладно, запускаю двигатель. Поехали. Я вышел. Вообще опасная, конечно, вот эта вещь. Надо очень аккуратным быть, потому что выпадете где-то очень далеко от берега в болоте, потом не выберетесь. Управляемость не такая, конечно, легкая, как на стационарных моторах. Еще раз повторяюсь, будьте осторожны. Руль, если полностью выворачивается в траве, жало втыкается в землю, влетим. Если мелководье, очень тяжело. Если вы руль вывернули на всю, потом его очень тяжело вывернуть назад. Поэтому тут ограничители стоят специальные, чтобы он сильно резко не поворачивал, иначе с лодки выпадете. Серьезная вещь. Меня ветром сдувает. Хорошо идут. Глубина 30 сантиметров. Летят, я бы сказал. От Никитка. Осваивает пока. Сейчас я попробую, ребята. Просто туда-сюда пронесу.
классная, довольная игрушка. Рулить, если научиться, в принципе, можно, но очень тяжело управлять, нужна физическая сила и хорошая подготовка, чтобы стоять плотно в лодке. Ну, просто танк, просто танк. Сами все видели? Сейчас поедем в ответ, распрячемся в коммуникации, нам еще что-нибудь расскажут про новую лодку. Поехали! Вот, ребят, хожу в сапогах. Вот тут мы с вами и ходим на лодках. Сегодня маленько прокатились. Хотелось еще раз как бы остановиться на болотоходных двигателях. Скажу вам так, что на сегодняшний день данная технология, по которой производятся данные болотоходные моторы, она единственная в России, это 100%. То есть именно, что вы делали из цельнотянутого профиля, валопровод при отсутствии сварочных швов и именно короб, сама силовая часть. Потому что вся сварка на самом деле это как бы временно. Ослабление конструкции, это во-первых. Во-вторых, это эстетика, именно нарушение ее. А здесь вы видите абсолютно как бы эстетичное изделие, на котором приятно как бы ездить. Узлы все отдельно шприцуемые. 50-й ремень промышленный стоит. По большому счету тут относительно предыдущей нашей как бы поездки ничего не, ну, не поменялось. За исключением, может, внешнего дизайна перьев. Вот окрасочка у Никиты, смотри, другая маленькая. Ну тут на выбор. То есть и, вы. Ради бога, любой. Кому расцвет, какой цвет нравится, конечно. Да? Поэтому обращайтесь, мы всегда поможем. Ну, телефоны я сказал, что оставим. Влад. Да. Что я хочу сказать. В прошлый раз вы видели только руслановскую лодку. Мы делаем лодки одинаковые все. Потому что именно такие лодки просят у нас пользователи. Рыбаки-охотники, да? Рыбаки-охотники, да. Им нравится количество сундуков, полочек, опущенный капот. Все лодки, если вы посмотрите, они все одинаковые, потому что они все режут. Все, любая деталь с этой лодки могла бы при сборке подойти к этой лодке. То есть ручной работы, только сварка у нас. И то хочу заметить, что, например, длинные детали, вот, которые большинство производителей сваривают ручным экструдером, у нас свариваются машинной сваркой. То есть по борту экструдерной сварки вот такой вот, вы не увидите нигде. Uh-huh. То есть лист, стыкуются листы, из листов нарезаются готовые детали, из готовых деталей вырезаются лодки. Выполняем просьбы некоторых заказчиков, меняем компоновку рундуков, но вот такая компоновка зарекомендовала себя с наилучшей стороны. И поэтому расцветка может быть также разная. Тут видно, да, что... Ну, а в целом полиэтилен проверенный поставщик у нас. Лист восьмерка кругом. Мы не смешиваем никакие толщины различные. Все с одной толщины получается, все толщины. Все с одного листа, все с одного прутка. Не экономите, в общем, что не как некоторые производители ставят на низ, на дно потолще, наверх потоньше. То есть вы не экономите, вы делаете качественно. Все верно. Мы заботимся о своих заказчиках, мы заботимся о эстетике и о прочности наших изделий. Вот, в общем-то, все, что мог добавить. Ну что, сейчас мы еще маленько покатаемся. Ну и, наверное, надо ехать собираться на охоту. И не надо к воде подъезжать.
Смотри. По берегу едут ребята. Самый опытный, пока не имею опыта. Я хотел доехать до джипа, но мне стало вдруг жалко. Джип, конечно. Сухо там нету воды. Ну что, мои дорогие подписчики, покатушки мы вам сняли. Телефоны, адреса оставили, потому что очень много пишут в личку. Сразу напрямую звоните, узнавайте. Телефон Влада, Алексея мы оставили. Ну что ж, на этом будем прощаться, давайте. Всем счастливо. Всем пока.